У нас нету ничего, вы только сказали. Будем в суде разбираться, бог с ним. У человека есть удостоверение. Хотите. А? Хотите через суд, будем через суд. Сука, блядь. Зачем мне это? Не хотите, давайте, я говорю, давай мне документы, выезжайте себе, мы исплавляемся себе. Вы что, ребята? Я тебя могу убить там. Кого? Убить? Да ради бога. Снимай, да, она все снимает, там снимай, катер убей, есть, блядь, убивай, там на берегу убивай, люди есть. Блядь. Ради бога, убиваем. Чего дать? Тем более, братва, не нету у меня ручки. Нету. Мозги, зачем она мне в лодке? Ну, что ты доебался? Мне протоколы не писать. И нахуй посылаешь. Вот зачем? Вот ты что? Не представился ничего. Кто вы такие? Потому что ты говоришь, там как я представился? Так, вы подъехали, вы не представились. Я сказал, Саша Божин. Ну, а кто? Фамилия не знаю. Иванов Петр Евгеньевич. Иванов Петр Евгеньевич? Ну, вот сейчас слышу, до этого нет. Я первый раз слышу. Зачем? Не, мы не пойдем к берегу. Я вас боюсь, ребята. Хотите, будем сплавляться до Лугино? Я не боюсь. Я не знаю, кто вы. Вы выпившие. Ребята, ну вы же здесь сплавляетесь до Лугино. Потому что вы Лугино уже проплыли. Лугино внизу, мы его не проплыли. Объясни ему, пожалуйста. Где Лугино? Давай, ребята. Объясни, где Лугино. Давай. Дай что-нибудь, таблеточку, если пишешь. Мужик. Давай к берегу сидим. С какой целью? Просто посиди. Я не хочу сидеть. Выпить у нас нету, мы не пьем, мы трезвые. Не в этом дело. Просто, если вы заблудились, то я объясняю. Вот это 107 километр. Просто поговорим, давай. Слышь, батя? Это 107 километр. Да. Сейчас мотовилов будет. Я вам там все объясню на пальцах. Давай. Не надо нам на пальцах. Идем по течению. Оружие вместе? Нет. Нет. Вон спиннинг и все. Спиннинг. Есть еще удочка вот под бортом лежит. Есть еще одна удочка, но они не заряженные, без лески. Витя, я тебе говорю, вы где уже проплыли? Нет. Как правильно фамилия? Да, ну там написано. Там написано все. Мы идем я Трагивич. Там написано, я Стрежемский. А вы идете уже после... Написано там по буквам, я Стрежемский. Ну, объясни, да, блин. Ну как я объясню? Я говорю, я Стрежемский. Что, как я объясню? Стрежемский лига? Да. Заводи. Тумудур. Там бензина нету. Тумудур впереди, клятва. Держись за меня. Держись за меня. Турку и все это. Нет, никуда не поедем. Я это... Не, ребята, пишите бумагу, будем где там, в Алдане, где угодно разбираться. Запись есть, посмотрим, сделайте кто прав, кто нет. Все дела. Протокол пишите, ради бога. Протокол полагается по закону, что вы это? Не, ребята, вы что, два ебанутых? Ты мне. Вон вниз. Пишите протокол. Там. Вот тебе крест. Я не собираюсь, у меня протокола ничего не писать. Почему? Как тебе еще объяснить-то? Вы такой наглый мужик, блядь. Да какой я наглый? Я вам ничего плохого не сделал. Вы к нам подъехали. Начали, мы не туда плывем, мы то у нас не так, это у нас не так. Ну, подъедешь, там обсудим. Да. Документы мне оставьте, протокол напишите. Напишите протокол, что вы изъяли. Почему? Документы. Напишите, что вы изъяли документы. Какие? Мои документы у него в папке. Напишите. Водительские, права там, на лодку, все. Вы завтра подъедете ко мне. Напишите, что вы изъяли документы, напишите мне расписку. Почему? Почему? Почему нет? Почему нет? За что нас это? Ничего я не понял намек. Мне 52 года, мне уже, я пожил свое, меня этим не пугай. Я на войне воевал. Я тоже на войне воевал. Ну, тем более, значит... Слушай, давай это по-нормальному напиши мне, то, что ты у меня изъял документы. Я не хочу оставаться в лодке без документов. Ты просто снимаешь, да? Я сотру при тебе ее, отдай мне документы, я ее стираю. А? Документы отдай, я при тебе сотру. Да ну что, болтай. Я что, дитё малое? Че, мы дети? Тем более воевали вместе. Ну как это я тебе дам? Это моя личная вещь, вот это ты не можешь у меня забрать. Я говорю, давай документы, я стираю при тебе. При тебе. Или напиши мне расписку, что ты у меня их взял. Как это, подъехал на речке, ты мне даже свои документы не показывал, я не знаю, кто ты. Понимаешь? Я тебе показал, ты мне нет.